Всем доброго времени суток, меня зовут Авангард, и мы играем в Unbeat Heart. Сейчас, по идее, будет уже эпизод 3 этой игры. Это, думаю, довольно-таки здорово, особенно учитывая, что я уже напрочь забыл сюжет игры, настолько давно я в нее играл, наверное, год. Да, конечно, такие разрывы никому не идут на пользу, наверное, дело в том, что никто ее особенно не смотрел, этот ролик говорят, это уже кто-то особо посмотрит. К тому же я болен, мне трудно разговаривать, мне придется все переводить. Но давайте постараемся все пройти наилучшим образом. Сейчас, по идее, должно было быть свободное время, когда наш должен был отчаянно заводить друзей, но мы не будем заводить друзей, потому что друзья не нужны никому. Ты закончил? Да, я закончил. Я и не начинал, конечно. Но это лучше, чем ничего. Понятно, тогда давай двигаться дальше. Пришло время показать тебе мою дату всю на битфоне. Все данные на битфоне. Да, похоже, что взял на себя инициативу в этот раз. Так, посмотрим. Сейчас в твоем списке друзей 5 человек. Опять. Что ты вообще делал? Пожалуйста, в следующий раз вложи в это больше усилий. Как и раньше, я попросил о помощи людей в городе, но, похоже, всего лишь несколько человек из них знают об этих хакерах. Поэтому просто попытайся подружиться с ними. Может, ты мне уже расскажешь, в чем суть всей этой штуки с заведением друзей? Прости. Что это вообще значит? Я еще что-то рассказать тебе, ты смог это выучить без моего разрешения, что-то подобное. Не потому что можем мысли и читать через их номера, не помню уже точно. Я бы такого не сделал, ты знаешь, что... Я знаю, что тебе это бы не понравилось, Мисан Этиан. Это сложно. Но могу я вместо этого спросить немножко о будущем? Или люди прошлого не могут о нем знать? И наоборот, но ты на наши... Я отвечу с определенной точностью. Ну что, ребята, у вас есть летающие машины? Они в разработке, но их будущее не определено. А седьмой мир завершился? Seven Piece. Ха-ха-ха, тонко-тонко. Это насколько к One Piece, правда. Даже не смотрел его никогда. Только две серии. Или три. И что, все, что я помню, там была милая рыжеволосая девица, больше ничего. Ну, еще там был парень шляп. Ладно, мало ли, вдруг мне смотрят фанаты One Piece, а я такими раскрученными характеристиками оскорбляю их любимых героев. Это было бы жутко. Так вот, Seven Piece уже завершился, только новая часть началась. Там есть кто-нибудь, кто тебе нравится? Приватная информация. О, хозяйская программа все еще работает, как и обычно в будущем. Хозяйская программа, а? Во-первых, да, она существует в будущем. Но она начала оперировать лишь год назад. Да, я смотрю с этой перспективы, это 7 лет от этого момента. Погоди, то есть сейчас не должно быть никакой мастерской хозяйской программы. Да, и тот, кто ее создал, это не Микадо. Что? Ну, не совсем так. Мастерская программа в будущем была разработана. Работая в тандеме с правительством. Так что то, что здесь это все сделано одним человеком, это довольно большое различие. Тогда разве Микадо не является сверхподозрительным? Это я и подразумевала. Ну, конечно, он весьма загадочный, и там много чего мы не знаем. И у него, конечно, есть эти замашки, взгляды, как будто какого-то высшего разума и его прошлое. Но мы не можем судить книгу по ее обложке. Да, все звучит-то не так, как будто ты судишь его обложку. Но если уж говорить о непонятной информации, ты тоже весьма подозрительный, Мисан Этиан. Да, это так. Я всегда могла тебе лгать. Немногие бы поверили мне представляющим. Я тебе верю. То, что помогал мне все это время, я могу сказать, что ты хороший человек, даже без необходимости читать, что в твоей голове, на наши.
И мне почему-то кажется, что ты и в будущем мне очень помогаешь тоже. Нет, это мне всегда помогает. Ну, по крайней мере, я хочу что-то сделать об этом инциденте. Ну, слишком сильно себя не нагружаю, я буду в порядке. Возвращаясь к теме, пришло время найти больше друзей. Я думаю, мы могли бы сходить в... как это, перевести Break Passage. Я, короче, не хочу переводить географические названия всех этих улиц. Ну, какой-то там проход... проход передышки, это звучит глупо. И все же будет Break Passage. Ну, вообще, сюда мы, похоже, отправимся. Там Акитака живет, не так ли? Тут кое-Акитака, мать его. Тут кое-Акитака. Короче, Акитака, я быстренько загуглил, это тот парень, с которым мы познакомились в прошлом эпизоде, у него еще такая маска на лице, с ним еще дрался наш друг Касатка. Друга Касатка я тоже не помню, как зовут. Что-то Нагаваши, что ли, Нагато, что-то его японские имена. А еще у него есть подруга, типа, которая мне Медузу напоминает, ее зовут Мисуна. Ладно, не буду позориться лишний раз. Да, похоже, это такое место, где нет авторитетов. Ты думаешь, все будет в порядке? Это меня волнует. Если мы в опасности, я передам им деньги и убегу. Хорошо? Я бы заново думал, весь твой курс действий. В любом случае, давай нанесем им визит. Если это слишком опасно, мы попробуем где-то еще. Тем, кто меня смотрит, хотел бы... Часть третья, мы... осмеливаемся пройти в логово льва. Еще будет заставка такая. Заставки не будет, какой смысл так жить? Мисуна, где заставка? Че, тут можно поиграть в Тетрис? Кажется, а это только свободное время. Так, ладно, кровать нас не интересует. Судя по всему. Никада тоже нет. Никада это наш... типа брата что-то. Да. Главное не заруинить сохранение. Как бы это самое важное сейчас в моей жизни. Я не выдержу перепроходить One Bit Hard в четвертый раз. Наверное, вот это, по-моему, локация, где мы еще не были. О, боже, вот это я понимаю, интересный район. Тут играет что-то в духе ACDC, не знаю, кто. Мужчина. Привет! Ты? Что ты здесь делаешь? Что-то мы на него прямо напали. Я тут просто ради свежего воздуха, приятель. Немножко отдыхает его подобное. Это подобное? Хей! Уже время возвращаться назад. А ты на месте? Господи, что вообще играть на заднем плане, я понять не могу. Просто открой глаза. О, да, прости, приятель, мне нужно идти. В студии здесь вы играете музыку? Да, Аки Эрин и я играет. Правда, сейчас у нас... мы типа в тупике. Просто мы потеряли наш... что-то... Аки... Аки так, наверное. Что мы потеряли, если честно. Вот это, знаешь, специально ограниченное издание. Не можешь больше получить таких. Может, палочки? Блин, серьезно, что вперед поискал, но я что-то не нашел еще подходящего. Блин, ну серьезно, знаешь, что им надо. Вроде, может, и правда какая-нибудь барабанная палочка, может, не струны особые. Блин, это проблемы. Хочу весь эпизод сразу записать, чтобы... потом мне исчезнуть опять на 3 месяца. Причина моего долгого отсутствия, наверное, все это объяснить уже в отдельном видео. Наверное, проще будет сказать то, что мне просто все порядка надоело. И я как бы разочаровался, что я делал, и летсплеях. Особенно если летсплей, я давно разочаровался. Господи, кто вообще смотрит летсплеи? Я бы хотел заняться чем-то другим, но идей-то нету. Здесь сейчас очень много времени уделяю своей поэзии. Так, это так тоже искал, значит, эту штуку. О, вы приятели дружбанной Саки? В том-то и суть. Ладно, в любом случае, тогда заходи к нам. Больше людей помогут так и проснуться. О, правда? Тогда пойдем.
чтобы сразу уточнить, вы нас не собираетесь ограбить, а? Эрин, что такое грабить? Ну, это как твое лицо. Ну, тут тонкая игра слова, типа маг, это и ограбить, и кружка. О, подожди, я думаю, это кружка. Больше за 10 лицом и выпить. Ну, я порекомендовал бы бургер Топканс. Так, простите, ради бога. Повторюсь, что я очень болен. А, спасибо вам большое, на наше. Давай пойдем с этими двумя. Интересно, если там эбикаксы бургеры? А с этими попозже, хорошо? Я бы съел сейчас бургер. Понял? Йоу, ребят! Дадим жаришку в этом месте. Поговори с Асом со мной, я всем еще приятель. Так, по идее, он барабанит. Видите, у него палочки. Это не палочки. Барабанный, я не знаю. Это гитарист. Аки проснулся? Не, все еще дрыхнет. Мужик, что? И он даже ведь глаза свои открыл. Ну, знаешь, он может спать даже с открытыми глазами. Тогда я пробужу его. Аки не проснется, ты просто потрясешь его, приятель. Тебе нужно, если ты его ударишь, он ударит тебя в ответ. О, да у него неплохие навыки. Ну, похоже, мне при... Ну, это ничего, мне придется иметь дело с его мозговыми волнами. Даже я ничего не понимаю. Ой, я даже подумал, я просто подумал о том, что раз я могу читать чужие разумы, это напоминает вот заглавную тему Mortal Kombat сейчас. Блин, ну что, в Mortal Kombat слышал, поиграл, ей-богу. У меня у друга есть приставочка с десяточкой, я правда. Совсем никакой в Mortal Kombat, что я ни одной комбы не знаю. Так вот, если могу считать сразу, может я могу делать все и наоборот, я просто его не пробовал. Ты звучишь сам как хакер, а может мы и есть главный хакер в будущем, понимаете? Может они обратят на свою религию? Если бы не Мисан, мы бы уже были хакером, самым главным. Может, у нас вообще раздвоение личности. Ни в коем случае, я действительно могу контролировать людей. Максим, что я могу сделать, это поменять, я хочу рис, но я хочу хлеб. Ну, то есть ты не особо врываешься в их мозги, но скорее оставляешь им информацию. Да, я не переписываю никакие данные, я просто добавляю что-то в их воспоминания. Если кто-то проснется или если он смотрит за мной, мне придется найти правильный шанс, чтобы писать информацию. Но Китака спит, поэтому все будет в порядке. Пожалуйста, ничего странного не вставляй. Сомневаешься во мне, да? Ладно, давай попробуем. Ей! А Китака? О, он реально сильно проснулся. А Китака, как себя чувствуешь? Ну, блин, меня сам атаковал вообще огромный такой медведь. Успех? Что-что? Ты снова спал, Аки. Ты заснул прямо перед тем, как ты перед этим спал тоже. Ну, тоже и не смог найти ее. И я думаю, что надо связаться, Асун. Что? Ну, мне действительно нравилось это. Что это? Я посмотрел, здесь перевод существительный, который я нашел. Это кирка, мать его. Я сомневаюсь, что им нужна кирка в музыкальной студии. Ты можешь еще играть своими пальцами, но все-таки это барабанный палыч. Ты можешь медиатор? Короче, я буду считать, что это медиатор. Окей? Окей. А те ребята твои друзья, Китака? О, да. Ребят, представьте себя. Я Эмри, я играю на барабанах, приятель, я знал это. Я сутал? А что? Я на басу. Барабаны и бас. И Акитака на клавишах. А где же здесь гитарист? Йоу, я не могу на струнных инструментах. Все, на чем больше 5 струн, это слишком много. Блин, на гитаре 6 струн, да. Небольшая разница. И на басу же вообще 3 струны, нет? Мои пальцы болят. Не то, чтобы... Это одолел настоящую вещь, но клавишные звучат очень хорошо, если поменять звук. Да, то есть еще можешь делать всякие дисторшены и тому подобное, но вы что, не так и не нашли
а может гитариста не стали, или медиатор. А, он типа гитарист тоже, но без медиатора не может. Ну или может все-таки медиатор, если что, мне поправить их потом. Если вы досмотрите до того момента. Да, конечно, я не использовал его, ну просто, ну, ради наслаждения, знаешь. Это словно талисман на удачу, помогает моей мотивации. Тебе действительно нравится Ларри Кун, это еще кто? А, Асо? Но мы не можем практиковаться вот так. Что, даже только аллеи? Никто что не сможет сломать что-нибудь более чистое. Я отдыхал в саду в только аллее. Затем это время, как я вернулся, да, но я подумал. Но он исчез же то время, как я вернулся оттуда, поэтому подумал, что потерял его в саду. Может, он пришел и поднял его, пока ты смотрел Аки. О, возможно. Это ограниченное издание, и Ларри Кун популярен. Я не знаю никого, кому бы нравился Ларри Кун, но если кто-то поднял его, думаю, мы его не найдем. Эй, ты здесь, а? Я на наше, а это не Санатян. Верно, на наше. Ты что, не знаешь о моем медиаторе на нашем? Я знаю, что Аки так-то искал его, но... Вы тут-то искали вообще, а? Здесь? Я думал, что он должен быть сколько аллеи, но... Ладно, я помогу вам искать. О, ты поможешь незнакомцу, как я? Это супер хороший чувак, чувак! Наркотики это не круто. О, не может быть. Вы, у вас в распоряжении тот профессионал, который решает любые инциденты. Он прямо здесь. А именно Мисанычан. А, так ты на меня все скинул, понятно. Но без улик мне нечего искать. Если у нас была да, собака или что-то подобное, мы могли бы по запаху найти след. Но это защитнее плохо, давай снимем собаку, да. Да, теперь мы ищем собаку. Да, это безумие просто сбрасывает Ниссана с пути. Ладно, да, мы поищем собаку и хорошего хождения животных. Отлично, прекрасно, я пойду с тобой, и вы, ребята, садитесь и практикуйтесь. Немножко грустно, но я скидываю тяки. Это норм. Я хорошенько отдохнул. И вы приятели. О, Аки. Какая прелестная дружба. Блин, по-моему, я хрип. В таком случае... Сейчас я прокашляюсь. Так, такая прелестная дружба. В таком случае, давайте пойдем. Вы знаете кого-нибудь, кого можно спросить об информации? Блин, слушайте, я думаю, запишу, типа, весь эпизод за один присед, но, по-моему, меня не хватит. Посмотрим. Моя большая сестра любит животных, она может знать. Уверена, на Вагбергере. То есть, этот магазин бургеров... По соседству. Мы направимся туда. Да. Хорошо. Что, ребят? Найдем собаку. Доведем пса. Пес. А потом он поищет по запаху. Надеюсь, вы найдете собаку, чуваки. Я слегка их боюсь. Не могу вам помочь. Я тоже, браток. Тоже боюсь собак. Хотя в последнее время я понял, что, похоже, этот страх меня поглотил. Наверное, потому что когда у вас по району бегают прямо стаи бродячих собак, потихоньку привыкаешь к этому. Ладно, думаю, дальше мы и так побываем. Просто было интересно посмотреть, насколько велика эта локация. Милая девочка с бургером. Раз уж мы в таком злачном месте, давайте его тоже не можем. Хей, толстушка, господи. Однако ее наряд достаточно интересен. Ну что ты говоришь? Глупый Аки, я все расскажу Рю. Те, что не говорил, не разговаривать с набитым ртом. Я сам об этом Рю расскажу. И что, пришел сюда пооскорблять меня? Привет! Я на наше. Я, конечно, хочу тебя спросить, но сначала хотел бы узнать, что какое тебе имя, мисс. Ты ничего себе набрала? Я Зуса. Снова ешь? Ты точно наберешь пару килограммов. Ничем не могу помочь, эти штуки слишком вкусные. Это не плохо для девочек быть слегка пухлыми. Это помогает их груди тоже. О, это было сильно.
пообсуждали грусть попозже. Короче, ребят, бросайте это, лучше сразу валите, если будете все вот так вести. Прекратите вы двое, хотел бы попросить вас не издеваться над леди. Я прошу прощения, мы ищем собаку в данный момент. Здесь какие-нибудь псы. Тут все люди как псы. Собака? О, я, может, одно видела. Она все выглядела как... такая... конфетка и вкусная, что? Ты ж не съела ее? Я бы не съел собаку, боже. Это было несколько дней назад, поэтому ее кто-то другой мог съесть, если у них есть какие-нибудь представители. Ку-ку-ку. Азиатов. Да, ладно, это очень по-российски. Мало ли еще они здесь бургеры делают, да? Я не знаю, где она теперь. Не беспокойся, этого уже достаточно для помощи. Ну, примерно где ты ее видела? Там, на задней улице. А, там большой брорю. У тебя еще больше есть родственников. На, у тебя, значит, еще больше родственников. Да, нас шестеро. О, вот это большая семья. Не похоже, они все сидят в одном месте. Ну, собака сидит на том же месте. Но можно спросить об этом Рю. Простите, пожалуйста, за частые паузы. Неправда. Можно приводить себя в порядок, то и дело. Ну, за перерывах я успел пообщаться о проблемах феминизма, кстати. Ладно, не буду говорить про феминистов ничего, хотя... Ой, боже мой, эта тема в последнее время доставляет... Ладно. Ладно. Так. Чёртовы феминистки даже здесь умудряются меня отвлекать. Ладно. Интересно, среди вас есть феминистки? Пишите в комментариях, чтобы я стал с кем я имею дело на своем канале. Ладно. Это все бред бредом. Ну, значит, на задней улице. На задней улице тоже довольно опасное место. Разве? Я говорю, там так все в порядке. Он там босс, понимаешь? Босс. Понятно, тогда может будет все в порядке. Ладно, пойдем туда. Где это? Ну, значит, идем такие прятки, поворачиваем. Ну, разберемся. Поняла. Спасибо, Азуса. Ну, знаешь, заметь, что гамбургеры не самая полезная диета, поэтому ешь и немножко овощей. В бургерах есть овощи. Недостаточно, я боюсь. А теперь прошу прощения. Хорошая девочка. Блин, даже кассира нет. Можем мы что-нибудь купить? Пенитер бургер захотелось. Мне-то можно, я не толстею. Давайте сюда. Ракетный парк. Вообще ничего. Я так понимаю, игровая комната. Ну, здесь похоже. А мой идти, конечно. Там гараж. Расплатный гараж. Блин, будет стать зданий, но это думаю, больше они нам еще пригодятся. Текс. Текс, молодые люди, не подскажите тут рнигители, да я знаю, ну. Да ты почему-то есть что-то за серая тень, понимает, призрака. Я уже сохранялся, нужно больше сохранений, гораздо больше. Отличие прическа, чувак, как будто на что. Это китайский гунирю. Здравствуй. Здравствуй! Доброе утро. Вы не менеджер? Кто вы? Кино наши. И вы? Я? Ююта. Ююта Ой. Репортер. Что это за место? Офис моей газетной компании, где я работаю. Тут делать особо нечего. И не смог найти никаких интересных статей или информации, поэтому меня закинули сюда, но шум в городе просто ужасно. Рейтинг преступности тоже на достаточно плохом уровне. Да, у меня украли по крайней мере 6 вещей, это беспокоит. Я тоже могу быть вором. Что? А я просто шучу. Нет, ну наши просто прекрасные. Один из лучших главных героев, которых я видел, такой живой на самом деле персонаж. Мне ужасно он нравится. Ну, это от создательницы Лаид, ведь прав, я ведь прав. Так что ничего удивительного, интересно. Если не еще какие-то игры, по-моему, Алис Мэйр это тоже ее рук дело. Или его, я уж не знаю. В общем, отдыхай, приятель. Грабить мы его пока не будем. Ну, пожалуй, пойдем.
Господи, это еще что за перформанс здесь? Кто ты? Я... ручка. Йоу, 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 мужик, йоу. Почему ты раздет? Надень рубашку, ты не видишься с собой. Йоу, я дам, и господи, что я делаю? Страшный чувак. Эй, мы тебя здесь раньше не видели. Кто тебе дал разрешение, йоу? А? Если ты здесь, чтобы убить босса, тебе так просто не пройти. Урубить? Йо, он со мной. Большой Рю здесь? А, так он твой, Аки? Ты должен был сказать это. Почему так говорю? Когда их озвучила. Хей, лидер проснулся? Может быть. Если он спит, и ты его разбудишь, ожидай пару сломанных костей. Да я знаю, как это проходит, я пойду. Будь осторожен. Он что, тоже настолько плох в просыпании? Да, мы все такие, мы такие мощные ребята. А он самый старший. И не думаю, что то, что он старший сын, имеет к этому отношение. Ты так думаешь? А, вот он где. Большой Рю. Ты пинаешь его? О, посмотри. Моя нога. Эй, Рокки Боб. Какие-то ребята с тобой. Это наши, а ты брат Акитаки? Да, я Риури. Хорошо. Просил нас, Риури, я не сам. Мы слышали от Азуса, что ты видел здесь собаку. Еще что-нибудь знаешь об этом? Ну, собаку? Ну да, там было что-то с этой девочкой. Девочкой? Да, там была какая-то юная тян. И пушистая собака. Я их отправил сюда подальше, так это опасно. Не знаю, куда они пошли потом. Нет. Опасно, значит? Да, тут какая-то странная игра проходит. Слышали? А один удар, и ты мертв? Звучит как название для рэп-баттла. Да, приятель говорил мне об этом. Кто первым ударит, тот выигрывает. Или что-то подобное. Да, верно. Много парней вокруг занимается этим. Это плохие новости. Мивашка, это реальная сила. Твои удары достаточно сильны, чтобы сбить человека. Что? Это случай действительно опасно, но как это происходит? Я думаю, это что-то вроде использования приложения. Ну я-то из этого подальше всего стою. Мне на это все равно по многим причинам. Приложение, интересно. Это не, оно нелегально? Регулировка таких вещей достаточно строга, но это не значит, что они не существуют. Ты об этом много знаешь? Ну да, я думаю, могу помочь в любом случае. Вообще-то неплохо, понимаешь, если сможешь. И дай мне знать, если есть какой-то парней, который это использует. Что ты собираешься делать? Я ударю первым. Это ничего не решит. Ну это просто грубость, ты вырубишь оппонента, если это не твоя настоящая сила. Это отвратительно. Ну вообще, драться это грубо, но я думаю, твой тоже есть этикет. А? Да, конечно, все отвратительно. Ну позовайся об этом, я посплю. Да, хорошей ночи. Сладких снов. Мы... что-то спросили об этой собаке. Собака коричневая, звучит как помирание. Что-то. Это раз не ваша ошибка, у нее был такой кудрявый хвост. Не так? О боже, не ожидал, что встретится такая жуткая собака. Ты ошибся? Это собака. Привет, я на наше. Это собака. Я вот это. И не Пом, и не Шиба. Я и то, и другое. А, гибрид. Это называется смешанный вид. Эй, поймал собаку. У меня есть веревки. Подержите для меня, пожалуйста. Ну, какое опытное движение. Что за... Ой, ладно, давайте вернемся к осу. Пойдем. Ой, спасибо вам большое, ребята. Эй, погодите. Давайте обговорим это. О, не тяните меня. Ладно. О, будьте нежней. Пожалуйста, обращайтесь на как с джентльменом. А что? Я думал... Нам нужно скорее выходить отсюда, пока нас
не заловили. Так, ну все понятно. Больше на этой улице ничего нет. Давайте вернемся тогда к какому-то заводу, в общем, к музыкантам. Вот к музыкантам еще не знаю. Еще один человек приходит и чёской. Привет, господа музыканты. Выше. Да, господа музыканты. Хотел бы обсудить с вами вашу проблему. Новая клавиатура, похоже, не так же приятнее. Мужчина. Короче говоря, в городе тут вот сильно жарко. А, блин, собака. О, собака! Я собака. Я вот это. Казет. Казет. Ну, это из отверженных. Не все поймут. А, я не знаю, что собаки наши не говорят. Рин, подойди поближе. Не-не, подруг. Я не выношу собак. Что ты сказал, пацан? Это прекрасная фигура. Это сверхпушистая шерсть. Раз ты не хочешь меня обнять? Это психологически невозможно, приятель. Потише. Это громко. Теперь послушай, откуда ты пришел. Я всегда был бродягой, я не из ниоткуда. Раз он не был какой-то девочки, она потерялась. Понятно. Вы разделились. Но так как ты собака, Патет, я предположу, что не можешь сражаться с своими инстинктами. Не я, она потерялась. Понимаешь, есть кое-что, что мы хотим найти. Тогда вам лучше сначала мне помочь, ее надо искать. Ты не можешь найти ее по запаху? Нет, она не оставляет запах, когда двигается. Девочка, которая носит пакет из юбки. Который тот пацан издевался. Да, это она. Похоже, ее ролик имеет что-то вроде ракетного двигателя в них. Разве это не оставляет следа? Да, она забыла подобрать меня и убежала. И посмотри, куда. И теперь попал. Можешь найти эту девушку, Паттер? Если бы можешь нам найти медиатор. Медиатор? Это бесценное сокровище! Не убьюхай меня и пойди найди его. А, вспомнил, но она на первом месте. Не знаю, что делать без нее. Ну и так, что мы будем знать? Звучит как голосовая программа. Вроде Марокко. Марокко? Ладно. Но достаточно редко, что собака будет иметь ум, развитие. Короче, будет так же умна, как и человек. Понимать наш язык, иметь человеческие мысли. Похоже, не что-то вроде терминала на ухе. Да, он не велик. Но, возможно, что битфон. Никогда не видел одного для собаки раньше. Слушай, когда я говорю, пойдем, сядь. Странно. Инстинкты собаки с разного человека. Прекрати это, не смущай меня. Дай лапу, Патет. О, хватит этих дурацких каламбуров. Пойдем уже. Давай осмотрим все, чтобы собрать информацию. Да. Ладно, я вообще думал, что я сниму одно огромное видео, там часа на два, но, пожалуй, это будет не совсем правильно по отношению к зрителям, да и невыгодно просто, поэтому, пожалуй, сейчас мы закончим. Надеюсь, вам понравилось, несмотря на то, что я был болен, но ролик будет продолжить снимать. Не знаю, надо что-то делать с каналом, это очень сложно, на самом деле, для меня все. Потому что, ну, просто еще трудно чем-то заниматься, когда это уже не вызывает такой интерес, как раньше, но и вообще кажется чем-то бесполезным. Но все-таки я хочу отметить, что я получил большое удовольствие при записи этого видео. Это было довольно весело, так что, ну, если не весело, то, надеюсь, вам даже будет не безинтересно. Но все-таки хотелось бы ввести какую-нибудь, не знаю, новую рубрику, что-то еще делать на канале по нему летсплеев. Так что... Вот так, вот так.
Tango Vanguard и до новых встреч, друзья. До новых встреч в следующей серии. До новых встреч.